Одним из самых старых поселений района является Анастасиевское. Первые казаки-переселенцы приехали и обосновались здесь более 150 лет назад. В минувшие выходные анастасиевцы отметили День станицы. О том, как прошел праздник, смотрите в следующем материале выпуска. Более чем полуторавековой юбилей своей малой родины анастасиевцы решили отметить с размахом. На площади у сельского дома культуры открылся парк детских аттракционов. Неподалеку расположилась выставка-продажа сдобной выпечки. Булочки, пироги с самыми разными начинками, пирожные и торты – все эти кулинарные изыски приготовили школьники и работники учреждений культуры. Всех желающих угощали здесь же приготовленными на кобытце пирожками. Продолжился праздник в концертном зале сельского дома культуры. С днем рождения малой родины анастасиевцев поздравил глава поселения Александр Симко и председатель районного совета Григорий Литовко. День рождения Анастасиевской хочу пожелать, чтобы все мы оставались настоящими хозяевами своей малой родины, рачительными, заботливыми и любящими. С праздником, земляки! С днем рождения нашей любимой станицы Анастасиевской! Я скажу, что много поколений наших жителей все сделали для того, чтобы наша станица была процветающей. Это и годы лихолетия войны. Особые слова сегодня нашим ветеранам, которые сидят вот впереди, ветеранам Великой Отечественной войны. Я хочу пожелать в этот день вам крепкого здоровья, дорогие земляки, счастья, чтобы в ваших домах было тепло и уют, чтобы был мир, покой, станица процветания. На праздник принято дарить подарки долгожителям поселения, передовикам производства, почетным гражданам, юным талантам и спортсменам, активистам, многодетным семьям, юбилярам семейной жизни вручили почетные грамоты и цветы. День рождения станицы Анастасиевской получился каким-то необыкновенно добрым и душевным. Масса подарков, поздравлений, приятные сюрпризы, конкурсы, игры, развлечения. Одним словом, праздник удался на славу. Анна Монастыренко, Роман Подопригора, Сергей Тимовский. Программа «События».